Погостили и проинспектировали. Представители краснодарской полиции стали гостями смены «Чемпион» в молодежном лагере «Дубрава». Традиционно самая насыщенная часть встречи – показательные выступления. Эксперт-криминалист познакомил подростков с принципами дактилоскопии. А чтобы кинологи могли показать себя во всей красе, срежиссировали поиск наркотического вещества и задержание опасного преступника. Помимо общения с юными спортсменами, стражи правопорядка проверили условия проживания в лагере. После трагического случая в Карелии внеплановые проверки проходят все детские базы отдыха в регионе.